Ай, капец, он меня кулаком шибанул. Ох, капец, где я сейчас лежу-то? Ой, вот дебил. Так по башке ударил, что башка болит. Что это за мужик был? Так и знал, что не надо ходить в этот сраный бункер. Ох. О, подождите, а где я вообще? Откройте дверь! А это тоже закрыто. Какая-то лестница. Тут опять лампа моргает. Какая-то лестница. Что это тут? Ой, какая-то проволока. Какие-то доски. Тут вообще что-то все старое. Вообще. Ой. Еще надо обороняться. Вот так. Она колючая как раз. Ключ. Тут что? Офигеть, пистолет. Пистолет. Так, а этот ключ от чего? Какой-то вентиляции. Капец, здесь какие-то ученые. Так все-таки это не заброшен. Шенная какая-то. Я не знаю даже, где я нахожусь. Он прям на меня смотрел. Какие-то черепа. А тут что? Кто ты такой? Не знаю, тут проснулся. Ну ладно, подожди тут. Пойдем, зайдем. Подожди вот здесь. Зачем ты его сюда привел? Мне надо к боссу срочно. Полежи пока что. Я сейчас пойду. И пистолет лучше не доставай, у тебя руки отрежут. Какие нахер руки? Капец. Ты же жертва босса. Жертва босса. Что делать? Надо вас здесь завести. Бля. Короче, сейчас босс сказал, если я вас здесь увижу, вас надо убить. Надо позвонить боссу. Кирилл, стой. Откуда ты знаешь босс мое сказал, имя? Босс сказал, отвезти тебя обратно. Откуда ты знаешь мое имя? До сих пор не понял. Ты до сих пор не понял, кто я? Нет. Помнишь? Ты мне не стал со мной дружить в четвертом классе. В четвертом? Да. А, Витя, это ты тот самый пухляш, да? Да. Ладно. Пойдем, покажи откуда. А ну уведи его к боссу, он его должен уничтожить. Хорошо, давай. Ну я вон отсюда сбежал. Вот отсюда. А зачем тебе? Как ты тут залез? Нет, я босс наоборот упал. Там заброшка пойдем. Просто. Ходи. Ай! Быстрее. Хе-хе-хе, ну вот и на ты. Я же говорил, что мы с тобой встретимся. Это ты, да? Это ты! Это ты! Меня ударил, падла. Хе-хе-хе. Так, уведи его. И уничтожь. Хорошо, пойдем. У меня пистолет! Где мой пистолет? Ха-ха-ха, ты настолько глупый, что ты даже не понял, что ты его уронил. Что делать? Нет, я убью тебя. Ай! Эти не настоящие пули даже. Сейчас я тебя усыплю транквилизатор. Где я? О, ты очнулся. Кто ты? Кто ты? О, где я? Да я Витя. Я тебе помогу сбежать. Тебе не доверяю, ты меня хотел убить. Как отсюда слезть? Нет. Как отсюда слезть? У меня нет патрона, у меня нет пистолета. Что ты от меня хочешь? Да друг я твой. Нет, ты не мой друг. Ты хотел меня уничтожить сейчас. Прыгай, я тебя ловлю. Да нет, это родился, чтобы попалил. Прыгай, я тебя ловлю. Ну и что ты со мной хочешь сделать? Да я друг тебе, на тебе на первое время. Патроны есть? Да, мне со своего пистолета остались. Проверь, работает, нет? Да. Стрельни меня, проверим. Вообще не почувствовал. Ладно, пойдем. Сейчас тихо, короче, я отвлекаю босса. Где отвлекай? Это там, короче, что делать? Ты его уничтожил или нет? Да, я его уничтожил. Смотри, если он сбежит, я тебя уничтожу. Мои друзья, мои подчиненные тебя запинают до смерти. Ты меня понял? Да.
Все, свободен. Хорошо. За пистолет еще один, спасибо. Я сзади. Заходи быстрее. Пистолет мне новый дали. Это, походу, твой, который... Да, обратно тебе твой. Она. Что? Ты куда мне нам идти? Пойдем. Главное, на камере не попадаться. Надо попробовать. Чё ты тут ходишь? Иди сюда. Что? Ага, я вас как будто не видел. Веди сюда своего дружка. Ах ты ж падла! Стреляй в них! Стреляй из них! Стреляй! Ай-яй-яй! Что происходит? Блин. Надо было его еще оставить. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Алло. Здравствуйте, босс, тут сбежали, идите сюда. Что? Алло? Блин, надо быстрее туда бежать. А, слышишь сигнализацию? Да, это быстрее застраивай. А сейчас же босс прибежит, этот дед, как его зовут? Быстрее застраивай его чем-нибудь. Застраивай. Я не могу, вот так. Я кирпич тащу, отойди. У меня несколько кирпичей есть. Ставь. А, что здесь происходит? А, это вы, ты его привез на анализы? Да. Ну иди тогда к Степечкану, он все сделает. Иди к Степочку. А кто здесь Степочкин? Я. А, ты, да. Да. Так, а с хера ли ты с пистолетом? А, ты забей, он игрушечный. Так, спокойно. А, ну ладно, так. А, все, скроп сдана. Так, ну все, слышишь ты, веди его к боссу, или ты его уже... А, ну все, веди его тогда. Пойдем. Пойдем. Я не знаю, там босс, там никого нет, надо как-то сбегать. Давай это, я тебя подсажу, ты вон... Туда обратно. Давай. Или я сейчас подпитаюсь кирпичи. Быстрей, давай. Поднимайся. Строй, давай тоже строй. Строй лестницу какую-нибудь. Тут тоже. Вон, вентиляция, я оттуда побежал. Бежим быстрей. Сюда быстрей. Может быть, тут что-нибудь есть. Нет, тут ничего нету. Ой, люк какой-то. И как открыть этот люк? Не знаю, пойдем. В этой комнате ничего нету. Я здесь вообще проснулся. Я в той комнате проснулся. И каким образом ты хочешь, чтобы открыли мы дверь? Ой, люк. Они же под электричество. А я знаю как. Давай я попытаюсь. Нет. Вроде может быть так? Давай вдвоем это. Раз. Давай. Три. Сломалась. Стой, стой. У меня костюм пошёл. Что там? Ничего. А! Выход, ура! Ура! Нет. Ты это понимаешь? Мы почти сбежали, это... Пусти его! Ха-ха-ха, ты правда думаешь, что ты сбежишь, ты обманул меня, и теперь я убью его. Как думаешь, хорошо воткнется в него этот шприц? Нет. Пусти меня! А, что ты мне воткнул, падла? А ну, ребятки, идите! Ученые! Все, ребята, давайте. Мои патроны.